видящий посредством сцены прощания. Белые щели. Ларик, давай. Я должен ему это сказать, или мы все должны от него это скрывать? Да, скрывать. Мне кажется, он обо всем догадывается. И эта болезнь вырабатывает в человеческом организме защитные психологические барьеры. Только один человек из ста готов поверить в худшее. Ему нужно что, избегать физических нагрузок? Ну как ты не понимаешь? Он теперь может сделать все. Я знаю, что Михайлов мой самый близкий друг, но я тоже большой симпатией относился к нему. Я тоже любил его. Что значит любил? Он еще жив! Понимаешь? Жив! Жив! Хватаюсь я досады,
надеждою в глазах. Потертые костюмы сидят на нас прилично, и плачут наши сестры, как я росла в них свет. Когда под крик гармонии уходим мы привычно сражаться за свободу в свои 17 лет. Когда под крик гармонии уходим мы привычно сражаться за свободу в свои 17 лет. Прошу у вас прощения за раннее прощание, за долгое молчание, за поздние слова. Нам время подарило большие обещания, от них у нас, Агнешка, кружится голова. Нам время подарило